Приветствую вас, дорогие мои. Знаете, что мы с вами давно не делали? Мы не делали гранд-табло на двоих партнеров. Да, вот бывает ситуация. Я вот по стримам отследила, что бывают ситуации, когда кто-то хочет развестись, да, имея запасного, так скажем, партнера, и сильно рвется в новые отношения, совершенно не, так скажем, подозревая и не додумывая, что там будет, да, и не анализируя, что станет с тем партнером, которого оставляете, допустим, да. А Ленорман с розой сегодня я беру. А почему именно эту колоду для гранд-табло? Потому что здесь два мужчины, две женщины. Вот давайте, девочки, если вы меня смотрите, вот вас представим вот такой вот, да, с розой. Вот, и сейчас двух партнеров я вам покажу, и вы загадаете. Вот эту вот мы уберем, мадам, да? Она у нас не будет участвовать в раскладе, это вторая женщина. А вы будете у меня вот такой красоткой с розой. Вот. И давайте посмотрим партнеров. Вот этим, может, загадывайте вот этого партнера, либо, в общем, одного из ваших партнеров, да. А это пусть будет второй. Вот, выбирайте, кого вы, с кем позиционируете, да. Оба молодые. Ну, тут просто, знаете, чисто символически один темнокожий, потому что тут партнерша тоже такая вот темнокожая, да, вторая. Вот, второй вот светлокожий. Пусть у вас, ну, может быть, у вас один шатен, другой брюнет, вот как-то может быть так, да, позиционируйте героев. Я вам даю время, это вы. Вот, и давайте вы спозиционируете с героями, да, давайте это у нас будет герой номер один, это у нас будет герой номер два, а вы уж сама смотрите, кого как зовут в вашей жизни, да. Можете тех, у кого, допустим, сейчас нет партнерства, а была какая-то ситуация, можете проверить на этом раскладе, потому что общие расклады, они случайно не попадаются. Ну, если не учитывать тот факт, что если вы регулярно все мои видео просматриваете, как только они выходят, то тогда это, конечно, тут случайность, фактор случайности не срабатывает. А тем, кто хочет просмотреть, допустим, ситуацию прошлого, имея в прошлом выбор, да, либо имея в настоящем, либо может быть случится даже и в будущем, да. Так что ориентируйте на себя, расклад общий он позволяет. Итак, партнер номер один, партнер номер два. А вы их позиционируете по именам, а я уже тасую колоду. Период вы тоже загадывайте. Как будут развиваться отношения у девчули, которые меня смотрят. Для меня вы все девчули. Неважно, сколько вам, 25 или 65. Всех одинаково люблю. А вы для энергообмена лайк поставьте. Напишите добрый комментарий, я буду благодарна. Итак, как будут развиваться отношения с партнером номер один, с партнером номер два? У той девушки, которая меня сейчас смотрит. Тот период, который она загадала. Мы делаем предиагностику, смотрим, то в каких энергиях. Предиагностика это ищем загаданных героев по загаданной карте, да, и читаем соседние карты. Это будут энергии данного периода. Вот вышли вы. И вот смотрите, за спиной у вас карта плеть, да, внутренний конфликт какой-то, в котором вы еще не разобрались из-за этих партнеров, да, но кого-то присмотрели вот по карте дом, даже, может быть, не кого-то. Тут в одном варианте может проиграться ситуация, когда вы с кем-то живете, а с кем-то, может быть, планируете потом жить, да, либо ситуация продолжается долго, и вы не можете ее разрулить, поэтому вышли на внутренний конфликт уже давно. Карта дом – это карта долгого чего-то, да, долгого, близкого, может быть, даже и родного у кого-то. Так, выходит партнер под номером один, он одинок, это всего, скорее, у вас партнер, который
наверное, не с вами, да, либо на которого вы делаете ставку. По карте башня он одинок, и по карте сад этот человек, ну, так вот романтично настроен, но кроме романтики пока вот я ничего не считываю с него. Давайте искать еще одного героя. Партнер номер два. Что там? Угу. А партнер номер два у нас попадает в любовный треугольник, о котором он не знает. Либо знает, но не признает. Видите, за спиной две совы. Это у нас, как правило, любовный треугольник. Часто по птицам. Вот. Но хотел бы, возможно, либо с вами встретиться, поговорить, либо сдвинуть ситуацию с мертвой точки, смотря у кого какая ситуация. Разобрались с энергиями. Вот. То есть этот человек, вот второй партнер, он немножко не в курсе, что его тут энергетически и вы, и еще один человек как-то используют. Вкладываем карты. У нас тут могут появиться лишние карты, не могут, а появятся, потому что в этой колоде побольше карт. Тут два ребенка, две женщины, два мужчины. Мы женщину одну достали, а детей мы оставили. А гранд-табло предполагает выкладку карт 4 ряда по 9 карт и, соответственно, 36 карт. Итак, как будут развиваться отношения у той девушки, которая сейчас смотрит, а с двумя партнерами, которых она загадала по картам номер один партнер и партнер номер два. Угу. Первая карта в раскладе, она очень важна, и здесь у нас романтика полным ходом. Все на цель выпадает карта сад у нас в доме всадника, в доме встреч, в доме свиданий. То есть тут речь о том, что на тот загадный период, который вы взяли, да, для просмотра, он будет дышать прямо каким-то праздничным, эмоциональным. Угу. И вы тут сама сразу же выходите в самом начале расклада. Каким-то праздничным, эмоциональным будет дышать этот расклад таким направлением. Да? Вы в доме клевера выпадаете, и это разговор о том, что вы живы надеждой, что все будет хорошо и все будет так, как вы хотите. Смотрите, за спиной у вас медведь, и он выпадает в доме корабля. Разговор о том, что тут все-таки вы способны изменить ситуацию, да, и вы действительно стоите на выборе в вашем доме, видите, карта совы, то есть имеющимся партнером, возможно, вы недовольны, с которым проживаете, и вот стоите на выборе и хотите изменить ситуацию. Смотрите, по карте гроб вам сейчас кажется, может быть, такой период, что жизнь встала, да, сложный выбор, и хочется вроде бы как лучше для себя, но внутренние сомнения, внутренние терзания, идти в новое страшно, да, вот, а что у нас в прошлом? Рана на сердце из прошлого, может быть, тот партнер, с которым вы сейчас когда-то, вот из-за которого у вас вот эти вот получились такие качели, когда-то вас очень сильно обидел. Может быть, у вас нет к нему доверия. Вы много раз прощали, много раз прощали, многое терпели, пытаясь сохранить семью, либо те отношения, которые, ну, можно, может быть, назвать у вас семьей. Так вам видно, мне надо, чтобы меня все видели. Вот, ну, смотрите, вы даже отвернулись. И вот от всего того, что, да, было в прошлом, был обман, возможно, измены, либо хитрость какая-то была со стороны того партнера, были примирения, такие с надеждой на трансформацию этих отношений, что все изменится в лучшую сторону. Но, по всей вероятности, не изменилось, потому что карта коса, карта гроб, а вы знаете, что-то, частичка какая-то у вас умерла. Да, да. И вы на основании прошлого опыта решили тут по карте ключ в доме косы, да, что-то резко изменить. Решили вы.
вставая вот из-за какой-то конфликтности, да, чтобы спасти свою душу, конфликтности в отношениях, вставая на выбор. Вы решили, что нет нового, да, нового витка не будет с тем партнером, с которым вот сложилась любовь другой. То есть, смотрите, тут либо он вам сначала изменял, а потом вы решили в отместку, да, либо вам судьба послала действительно другого человека, друга, может быть, да. Либо вы тут изначально, человек вас давно уже обидел, вы, может быть, долго не могли простить. Угу. Вот, и вы тут решили ситуацию взять под контроль, все изменить сама. Смотрите, партнер номер два у нас выпадает в доме аистов. Это может проигрываться тот партнер, который действительно для вас когда-то был важен. Вот. И он, смотрите, в тайне у него собака, это примирение, да, а в доме собаки дом. Он в тайне все равно желает с вами примириться. Но смотрите, вы уже смотрите в разные стороны. Возможно, это как раз вот, видите, как вы далеко друг от друга. И, возможно, этот человек не дал вам той стабильности, о которой вы вместе когда-то мечтали. Все, вы решили, что вот. Смотрите, у вас в ногах те карты, которые у героя в ногах, это его действия, те карты, которые впереди, возможно, в будущем. То есть, вот смотрите, вы даже на себя решили взять ответственность за то, что происходит вот именно в этих отношениях. Даже не, уже не оглядываясь. Смотрите, другой партнер под номером один, он, так скажем, человек кармический для вас. Видите, у него головой карта креста, кажется, он к вам ближе, да, чем вот, допустим, тот, с которым либо была семья, либо были длительные отношения, партнер номер два. Это как раз человек сейчас и думает сам, нужно ли ему продолжать, сможет ли он, да, там сделать вас счастливой, сможет ли он стать рядом с вами счастливым, да, то есть всего скорее из-за этого партнера вы решили вот с этим партнером, перестали ждать от него улучшений какие в отношениях, да, может быть, с его стороны были какие-то измены, какие-то неприятности, и вы вот решили выбирать, но пока еще не выбрали. И в загаданный период вам сложно будет. И знаете, самое главное, я вам хочу сказать, что ключ у вас в руках. А что главная фигура вот в этом, давайте треугольник это назовем, иначе никак. Главная фигура — это вы. Приоритет действий за вами. Решать вам. Угу. А тут партнер номер один, который всего скорее это уже, так скажем, все, скорее, новый герой кого-то просматривается, да. Хотел бы преодолеть все вот эти вот перипетии, да. И в душе своей мечтает быть с вами надолго. Смотрите, мечтает быть в браке с вами. В доме кольца карта солнца, а в доме сердца карта дерева. То есть он считает, он видит в вас партнершу, которая судьбоносная для него. Но очень много сомнений, потому что он, возможно, мало вас знает. И есть у него не просто сомнения, а страхи, которые его терзают. Человек вам не доверяет пока. Не доверяет. Угу. Тут еще, смотрите, у него своя история, оказывается. У него своя история. По карте змея в доме письма. Тут его, тоже у него были предыдущие отношения, его тянут в предыдущие отношения, но там тоже человек получил, видите, тоже был любовный треугольник, тоже получил рану на сердце и решил там все это дело закрыть. Оба мужчины готовы, в доме мужчины у нас карта рыбы, готовы вкладываться в отношения с вами, и вы бы хотели пойти на новый виток, но тяжело вам. Вам тяжело. И поэтому вы, с одной стороны, понимаете, что все карты в ваших руках, все козыри, да, в ваших руках. Но вы вот не спешите брать на себя ответственность
за судьбы троих людей. Тут даже, смотрите, сердце выпадает в доме Лилии. Почему-то вы считаете, что как... С одной стороны, вам иногда кажется, что я люблю обоих, да? Вот. А с другой стороны, вы решили, вот как Вселенная распорядится, так пусть и будет. И вы знаете, наверное, это правильно. Позиция наблюдателя для женщины, она выигрышная. Партнер номер один тут собрался с букетом. Смотрите, неминуемо делать вам предложение какое-то, либо о совместном проживании, либо о продолжении отношений, либо о выводе их на новый этап. У каждого свое. Но боится обмана. Смотрите, тоже имеет в прошлом этот человек сердечную рану. Как говорится, обжившись, как обжигаясь на воде, да, начинаешь дуть на молоко. И вот это вот про партнера номер один, да, которого вы загадали. Смотрите, тут есть такая тенденция, что все хотят побыть в одиночестве, все как-то отстраняются от ситуации, но все надеются, что кто-то за них что-то решит, да? Вот для вас, для девочек, это правильная позиция, а для мальчиков не очень. Вот, смотрите, партнер номер два у нас тут все-таки, даже если будет вам предлагать, вы с ним пересекаетесь на карте собака, примирение, продолжение, там какие-то обещания, да? В ногах смотрите, что у него: крыса и луна, меркантильные интересы и вранье. Это будет всегда так, потому что луна в доме якоря. А якорь у него здесь — это будущее. В будущем, а человек все равно вас будет предавать и обманывать. И по всей вероятности, вы не просто так от него отвернулись. Смотрите, кольцо у нас в доме креста, а крест у нас над головой партнера номер один. Не выпала карта звезды. Это у всех, значит, у вас с партнером номер один, с партнером номер два нет пока общих целей, да? Нет пока каких-то конкретных предложений, да? Видите, карта всадник тоже не выпала. Все только немножко... Карта звезды даже, видите, у меня даже упала вообще на пол. Сейчас я его достану. Не люблю, когда карта падает, у меня время расклад. То есть все в каком-то замешательстве, все топчутся на месте. По второму партнеру я вам объяснила, это все скорее был тот партнер, с которым вы были стабильны, который пытается еще что-то удержать, так сказать, прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, но если поезд уходит, он уже уходит. Вот. Партнер номер один – это все скорее новый партнер. Либо опять после какой-то рокировки, может быть, вы опять возвращаетесь к старому после того, как побыли с партнером номер два, да? Вот. И вот теперь этот человек сказал: в моей жизни будет только все хорошее. Я ставлю крест на всяких любовных треугольниках. То есть этот человек вообще готов взять на себя ответственность. Да, после какого-то обдумывания, после какого-то анализа, после какого-то пребывания в одиночестве. Он уже набылся, кстати, в одиночестве, ему это надоело. Вот. И вот смотрите, как интересно получается. Вы тут не торопитесь. У вас не просто позиция наблюдателя, у вас позиция якоря какого-то, вы просто зависаете. Вы знаете, сейчас время у всех такое, сейчас такие энергии у планеты. Очень мощные загрузки идут из космоса на планету Земля. И сейчас все зависают. Вот. Ну, может быть, это и неплохо для вас. Да? Смотрите, как интересно получается. Вы занимаете дом клевер. Это желание успеха, надежда на успех, что все будет хорошо. Да? Даже если я ничего делать не буду, вот там, даже если сама в новое не пойду, я все равно знаю, что все будет хорошо. Это ваша позиция. И вот смотрите, что у нас. Клевер в доме, которого вы находитесь, в доме рыб, а рыба в доме мужчин. То есть и тот, и другой мужчина, если захотят, могут привести к успеху эти отношения. Вот. Но смотрите, партнер номер один, он к вам ближе, да, то есть, ну, так скажем, роднее, но через трудности, да, через преодоление, через какие-то. Партнер номер два, это партнер, был когда-то стабильный, но вы от него натерпелись, и он не изменится. Это видно по раскладу.
Несмотря на то, что вроде бы как вылезать вот из этого болотца не хочется ни вам, ни ему. Да. Но есть еще одно но у партнера номер один, почему он не торопится что-то пока вам предложить, хотя предлагать будет. Да. Потому что его еще там, в тех предыдущих отношениях, тоже его куда-то тянут, где его там тоже обманывали, делали ему больно, и ему тоже нужно закрыть гештальт. Поняли, да? Давайте теперь большой расклад можно вообще долго смотреть. А если, кстати, если хотите, гранд-табло, я делаю личный расклад. Обращайтесь на WhatsApp, Viber, через сообщение в описании есть куда обращаться. Давайте теперь сложим пополам вот так, почитаем, и сложим пополам вот так, книжку почитаем. Итак, вы главная героиня, вы мне падаете на карту ребенка, да? В доме женщины. То есть ребенок это у нас с одной стороны новое, с другой стороны они желание брать на себя ответственность. Ну когда два партнера, а что ж тут брать на себя ответственность? Хотя за спиной у вас медведь, вы все в любой момент, как только захотите, вы все можете изменить. И того притянуть, и этого побыстрее. Но вы вот пока не хотите этого ничего делать. У вас тут еще и гора в ногах, да? Вы тут считаете, что рано, 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 рано. Я далека от этого, вы говорите. Далее, на что у нас падает партнер номер один? Он падает, пополам так сложили, да, падает на карту крест. Вот. Он в доме ребенка. То есть, вот в самое ближайшее время этот человек разбирается со своим прошлым, да, закрывает там гештальты и будет действовать. Но не так скоро, может быть, как кому-то хотелось бы. Следующий партнер у нас, как тут крысятничал, так и крысятничает, несмотря на то, что будут делать предложение о примирении, о продолжении. Даже, знаете, даже будет говорить, ну хотя бы, давай, пусть я у тебя буду тайным. Если я у тебя был раньше, там, допустим, мужем или стабильным партнером, пусть я... оставь мне хотя бы тайну, ну хоть что-нибудь дай мне, да? Такая интересная позиция у него. Теперь мы раскладываем, складываем расклад вот так вот и тоже читаем. Вы у меня падаете на карту собак. То есть, с одной стороны, вы все-таки просчитываете тот вариант примирения с партнером номер два, да, где-то в глубине души. Либо просто хотите, не обижая этого человека, расстаться по-хорошему, да. На что он у нас падает? Он у нас падает на карту перекрестка, да. Это он вас привел к этой позиции, в которой вы сейчас находитесь. Это он спровоцировал эту ситуацию в доме перекрестка у нас партнер номер один. Это поэтому высшие силы привели вам еще одного партнера, чтобы вы как-то разобрались в своей жизни. Может быть, сделали еще одну попытку быть счастливой, да? Так, и вот этот вот партнер номер один, он у нас падает на карты дерева. Это судьба в доме сердца. То есть этот человек вообще для вас важен. И, конечно же, неминуемо, рано или поздно, у вас все равно с ним будет связь такая, знаете, серьезная, кармическая, надолго. Потому что в доме креста карта кольцо. Это разговор о том, что от этого никуда не деться. Это карма такая. Вот. И еще, и знаете, я люблю, я не знаю, как другие тарологи, я люблю у гранд-табло читать уголки. То есть делать такое резюме. Резюме. Итак, первый уголок это у нас карта сад романтика, да, все-таки вы ждете посыла. Ну, знаете, давайте так скажем, кто из них более станет вас сильнее завлекать в отношения, да, более романтичным покажется, да. Хотелось бы вам, конечно, создать семью с человеком, который вас бы любил. Хотелось бы брака, да, обязательно. То есть вы не та девушка, которая, ну, пусть будет гражданский брак, или, ну, не знаю, будем жить, не будем, вместе или не вместе, на гостевой согласны. Нет, у вас все стабильно, да, семья, брак, возможно, даже рождение детей, вот, и чтобы мужчина вкладывался. А мужчина будет вкладываться, и тот, и другой будет, только последствия разные от того, как будет вкладываться каждый из них. Один идет с букетом, а другой с крысами. Угу, поняли? Вот. Так что выбор за вами. В любом случае, я, знаете, еще что хочу сказать, что вам тут выбор-то придется делать очень скоропалительно. Вот прям мгновение ока придется делать. Может быть, вот этот придется, конечно, либо сейчас, либо никогда. Вы подготовьтесь к этому моменту.
Да, что какую-то дежурную фразу приготовьте, если вы сразу не готовы дать конкретный ответ, чтобы с одной стороны не отказать, а с другой стороны не потерять. Да. На этом все. Обнимашки, целовашки. Всем удачи и любви. Будьте счастливы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.